Привет, ребята и гости канала. У нас на обзоре трактор Мазик. Такой вроде хороший. Моторчик, конечно, не сильно прорисован. Квадратность на средний, ребят. И ну так. Точек спенька. Продетализированный. Не открывается. Навеска только какая, нет. Куда не появляется. Навесное. Посмотрим. Питерсы D200 поставили сюда. Аж 90 лошадей. Это вообще дверь, конь. Доводится. Как горит. Далее не мышка выпускается. Травника. Кстати, одна готовый. Здесь вес нету. Бегать что-то. А там кто? Проверить теперь насчет навесного. У нас по подкам. Она будет спрятаться. Не видно. Они появляются. Навеска появляется, а вот фланг нету. Мы это не сделали. И она низко не получается. Навеска у нее слабовато, балка не достает до земли, по всем не достает до земли колеса. А что другое возьмем? Сравнение культи. Она у нас не достает до земли. Или просто тут высоко на асфальте, чем уже будет пореже. Ну, будут копать. О, наши там поля. А, я... магазина. Итак, меняемся полями, погнали, ребят, попробуем как работать. Потянет он под 100 коней кватор. 8 90. Ну мы проверим. Тащит, бодро тащит. Ну да, бодренько тащит. А, надо ехать. Шивает, да. Вроде ничего. Ну вот текстурки трошки движка не сильно детализированы. Так вот и ничего. Вот этому моду. Это у него не сильно яркий, ребят. Котики мигают, аварийка мигает, это уже нормально.
Что, ребят? Наш аппаратик продается где? В своей категории маленький трактор. У нас 6. Это 6 кл по идее. 3 км, конечно, скорость ему добавили. 120 литров бак и 90 лошадей. Конечно, силы увеличены. Насчет бака я не знаю, но это увеличено. Ну все, ребят, на этом все. Спасибо всем.